нужна нам с Дэвидом. Не впутывай сюда Дэвида. Ты совсем о нем позабыла. Мамочка! Мы оба знаем, что у него нет когнитивных функций уже больше года. Хватит. Ни слова больше. Доктор, вы слышите? Вы слышите? Вы слышите? Пора с этим покончить. Дэвид не умер. Он жив. Ваш сын утонул. Это не ваша вина. Пора отпустить его. Где я? Тебе нельзя здесь быть. Это запрещено. Мой сын здесь. Так ведь? Это комната моего сына, я уверена. Это темное место, не ходи туда. Там одни мертвецы. Вы идете? Нет, не ходи туда, мамочка! Прошу вас, помогите! Какая трагедия. Умереть молодым.